Всем здравствуйте! Сегодня 30 декабря. У нас здесь в клубе елка в местном. Ребята попросили, говорит, пап, мам, отвезите нас, пожалуйста. Там Марина будет выступать. Хотим поехать в клуб на праздник. Вот сейчас едем, покажем, что там за праздник. Впечатления детей. В общем, стараемся их возить на такие мероприятия. Вот еще хотим в Иркутске тоже 6-го, наверное, числа повезем куда-то их на какую-то елку тоже с представлением. Мы в том году ездили, в том или позапрошлом? Позапрошлом, наверное. Очень им понравилось. Кто помнит, мы снимали. Прямо такая поучительная еще сказка там была. Рассказ, вернее. Вот, поэтому сейчас едем, ребят. Оп. Что, Боря, пойдем на Деда Мороза смотреть. Большой зал, да. Ребята уже побежали нас. О, Матвей, привет! А, вон Арина, вижу Арину. Привет! Привет! Прикольно. Такая что? Привет, Арина! Ой, какая красавица, слушай. Ты кто? Белочка? Я лисичка. Лисичка? Да. Класс. Ну, сейчас будем смотреть, как будете выступать. Давайте. Скоро я все бежала. Когда же они приедут? Когда же они приедут? Думаю, ой, где же, где же, где же? Успели. А ребята где? А там уже в зале. Как тебе на елочке побывать? Свои 43. Я на стульчике, а не на елочке. Нет, это заметно. Ну, все-таки, на елочке ж ты. Хорошо. Детство вспомнить. Да. У меня был такой костюм этого мушкетера. Когда на детские праздники ходил? Елка 86-го года. А, знаете, Боря на елке 86-го года был в костюме мушкетера, а я уже не помню. Это 84-м родилась. У меня 86-го было 2 года. Как чувство? Хорошее, Аня. Аня? Хорошо, я не буду Аню снимать, а то Аня может не это. Да. А тебе как, нравится? Дедушка Мороз сегодня занят с самого утра. Он готовит угощение, привезет подарки в зал. Скоро он и сам приедет на веселый карнавал. Сами этот беспорядок устроили, сами и убирайте.
где-нибудь отдохнуть, подарочков побольше получить. Так, это уже хуже. Он тоже любит подарки. Надо срочно что-то придумать. Слушай, у меня есть билет на Аню. Рейс 20.17. Забирай и лети в Африку. Там солнце, море, бананы, обезьяны. А главное, работать не надо. Вот тебе костюмчик Деда Мороза. Одевай и маскируйся. Давай быстрее, а то опоздаю. Пускай летит, быстрее растает. Мне подарков с собой мало. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! А в школу Дед Мороз еще не приходил? Нет! Настя, я не хочу. Я не хочу. Ничего я не хочу делать. Я не хочу играть, петь, танцевать и веселиться. И вообще, я заколдовала Деда Мороза. Я не хочу никаких песен, танцев и хороводов. Не хочу. Простите, а вы вообще кто такая? Ты зверята здесь, появись! Что ты там кричишь? Явно у снеговика билет отобрал. Дед Мороз здесь!
папа снимает с ребятами. Снежинки, рыбки золоченые, Саша, вот, маленькие, вот, веселые.
мишуру. Продолжаем игру. Повесим шарики, а потом фонарики, а потом еще дождинки. Не забудем про снежинки, рыбки золоченые, а такие веселые. Набросай мишуру. Давай, садитесь. То есть это надо идти на место сидеть. Сесть.